Беглец пересек пределы империи и повернул на север. Здесь незнакомые мне земли. Приказ ордена был четкий. Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня, подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала.
это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Я должна справиться. Наверное. Дуло застряло. Лед не выдержал, и корабль переломился пополам. Неважно. Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки, но придется идти пешком. Со мной 6 лучших воинов Ордена Троицы. Надо как-то расколоть лед. Вроде бы по веслам можно взобраться. Этот сосуд. Думаю, его можно как-то передвинуть. Надо выбрать момент. Получилось. Теперь надо узнать, что там находится.
Вот это да. Зачем было брать с собой столько добра? Все кончено. Мы здесь погибнем. Тут описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Меж тем этот безумец продолжает. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю.
Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не... Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой. Я ему уже ничем не помогу. Всем постам. Поступились... Первый день в Сибири и Нате. 2 года во... Константин едет из тюрьмы. Нужно навести порядок до его приезда. Эй, меня кто-нибудь слышит? Чтоб тебя съесть ни к черту.
что-то. Псих бешеный. Бросится на троих вооруженных людей с одним топором. И как только одного из них удалось взять живым? Кто они вообще такие? Разведка докладывала, что в этих горах... Ты слышал? Иду гляну. Есть! А это еще откуда? Что? Кажется, отсюда. Еще прибывают. Держите эти ящики как можно дальше от огня. В них патроны. Каждый на вес золота. Стрельбы уже пару минут не слышно. Вроде все спокойно. Особо не расслабляйся. Пока не восстановимся с тюрьмой, будь на чеку. Нам рассчитывать не надо. Это вертолет Константина. Какого черта он здесь забыл? Нет, откуда знать. Одного из местных взяли живьем, хотят допросить. Но это стоило нам троих. Наверное, начальство хочет знать, что им известно. Константин ожидает от нас большего. За эту ошибку кто-то поплатит. Это еще откуда? Разделитесь и держите ухо востро. Этот наш. Вот дерьмо, к оружию. Продолжаем искать. Я за тобой. Ah!
Занимаю позицию! Старый советский плакат. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Я знаю, что брался за собой. Время истекло. Застрели его. Он либо заговорит, либо сдохнет. Сдохнут в муках, а мы полюбуемся. Я, сука, один...